нужное время в нужном месте. Около 9 утра в районе Лысой горы сотрудники вневедомственной охраны патрулировали местность, в то время как практически в двух шагах от них загорелся жилой дом. Именно они заметили дым и вызвали спасателей. Ну, здесь стояли на перехвате, увидели, что там дым идет. Подъехали, там пожар начинался. Бабушка это, на газовой горелке это что-то, видимо, варила. Ну и начался пожар от газовой плитки. Увидели довольно странную картину. Она, это, видимо, в шоке была, зашла в дом, ну, чтобы собрать документы, успеть. Зашла и начала там, видимо, в шоке со стола убирать. Ну, в доме-то не чувствуется пожара, а наверху крыша уже вся полыхала, и вот сени, я там бегал, это, поливал из ведра, ну вот. А чем помогли? Меня как котенка вышвырнули отсюда, вот так, тащили туда вон. Ну, спасли вас за это. Ну, спасли, ага. Ну, и на том спасибо, конечно. По словам пенсионерки, она просто хотела подогреть воду. Поставила кастрюлю с жидкостью на газовую плитку, и тут она загорелась. Помимо того, что сотрудники УВО вывели женщину из горящего дома, они предотвратили взрыв газового баллона, который находился прямо в доме. Как-то не придали сначала этому внимания, что там 50 литров баллон стоит газового. Я сначала думал, маленький такой, китайский. Но если бы он взорвался, было бы вообще, ну, последствия. К счастью, обошлось без жертв. Пожар был потушен спустя 15 минут. В результате возгорания повреждена крыша, а также стена веранды на площади 2 квадратных метров. В данный момент устанавливается виновное лицо и оценивается размер нанесенного ущерба. Наталья Домбаева, Александр Хамаганов, Первая альтернативная.